В Елабужском институте КФУ стартовала приемная кампания 2013. Сотни вчерашних выпускников школ начали сдавать свои документы. Самый большой наплыв будущих абитуриентов наблюдался в первый день работы приемной комиссии – 20 июня. Я приехала из города Чистополя. Работаю воспитателем в детском саду. И по новым требованиям нужно, чтобы сотрудники дошкольного учреждения имели высшее образование. И я решила поступать в Елабужский педуниверситет, так как наслышана о том, что здесь дают очень глубокие знания, здесь богатые традиции, есть история. А по окончании учебы я получу диплом Казанского федерального университета. Я приехала из города Адмитриска поступить в этот вуз. Очень много наслышана этим вузом, потому что и в интернете смотрела. Она стоит на первом месте по тому, что дают большое знание людям, которые поступают здесь. Хочу поступить на педагога технологии для последующей работы в школе уже с детьми. Впрочем, число желающих поступить в один из старейших вузов Поволжья растет день ото дня. Сразу же после получения аттестата и выпускного балла ребята вместе со своими родителями спешат в приемную комиссию. Кстати, подать документы с заявлением о приеме в Елабужский институт КФУ можно по 25 июля включительно. Сделать это можно разными способами – приехать в Елабужский институт, отправить документы по почте или при помощи интернета. Напомню, что прием заявлений на очное и заочное отделение идет в 2013 году параллельно. Начало приема документов у нас идет с 20 июня и завершающий день приема заявлений на очное и заочное отделение 25 июля. На первый день работы, на момент 15 часов вечера, в Елабужский институт КФУ было принято 58 заявлений. Больше всего заявлений было принято на психолого-педагогический факультет, 16 заявлений. И среди лидеров можно выделить также факультет татарской филологии, 8 заявлений, и факультет истории и юриспруденции, 9 заявлений. В целом для первого дня работы это достаточно неплохой результат, достаточно показательный. Кроме того, на очное отделение было подано 2 заявления. Это заявление выпускников прошлого года. Выпускники 2013 года будут подавать заявление чуть попозже, начиная с 24 июня, так как 23 июня у нас идут выдача дипломов в основных городах, в большей части городов Республики Татарстан и Российской Федерации. Все подробности о направлениях подготовки, правилах приема, сроках подачи документов и так далее можно узнать на сайте Елабужского института КФУ. Людмила Губянова, Айдар Саликов, служба новостей Елабужского института КФУ.